Ну вот, друзья, мы на южной части Комсомольского пруда. Видите, какие тут красивые. Все сделано для людей. Вот это в ночное время светятся, светильники стоят, освещается. Песочек тут хороший, красота. Здесь вот походить, погулять, все великолепное место. Вот такая красота с южной части Комсомольского озера. Вот такие тут лужайки, туалеты современные. Все сделано, чистота идеальная. Тут подметают, убирают, следят, конечно, молодцы. Питьевая вода. Крокодил он на берегу. Вот режим работы пляжа. Летом ежедневно с 5 до 20. Значит, глубина какая, вы видите тут. Максимальная глубина 9 метров. От метра и до 9 метров. Когда тут очищали его, я видел, конечно, тут дно чистое, красиво все сделали. Вот. Надеемся, что и в Кисловодске появится такая же красота. Вон крокодил, видите? Детская игровая площадка. Качели. Сейчас поднимемся наверх. Вот тренажеры. И вот озеро, окруженное со всех сторон лесом. Чистый воздух, панорама красивая. Он подметает, листья убирает. Вот раздевалки хорошие, красивые. Там дальше кафе. И жилые дома с той стороны, с восточной. Везде плиточка, красота. Ставрополь гордится таким красивым местом. Город у нас каждым днем краше становится. Ставрополь, молодцы, за ним следят. Так бы следили бы за Кисловодском, бы великолепно было бы. Ну все, друзья, до новых встреч!